Отправится 13 часов 1 минута из 6 тупика. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме Карачарова.
Остановка Чуклинка. Осторожно. Двери закрываются. Когда по вискам стучат, стучат, и кажется мне, что вокруг не люди, а звери. И лишь по ночам черно-белые сны, и только зима, и нет весны, и небо кому мне тосковать. И никому верить. И вся наша жизнь сплошной обман. Бежим никуда, сквозь судьбу и туман. А раньше где правда была, а где ложь, не смог разобраться. Хотелось пройти несколько дорог, если есть на свете Бог. Где-то в конце дороги своей до Бога добраться. И Бог бы спросил, что же ты творил, когда я родился, где же ты был, когда я прослел, куда ты смотрел, почему не вмешался. Они говорят, что ты все виноват мой пьяный бред, и что на земле не бывает побед, если с Богом тягаться. А мне бы не бить, а я все бью, а мне бы сгореть, а я не сгорел, а мне бы суметь, а я не сумел. Ведь сейчас не умею. Не выйти, а я не ушел. И честь я найти, а я не нашел. А мне бы себя пожалеть, а я не жалею.
Yeah.
Следующая остановка Черная. Осторожно, двери закрываются. Она на умах не мерит, да? Просто вот умеет. Дело в Жаль, не знаю.
Следующая остановка Купавна. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
пассажиры, всем счастливого пути и хорошего настроения. Для тех, кто заботится о своих руках и во время работы хотел бы защитить руки от излишней рабочей грязи, пыли, мелких повреждений в виде царапин, ссадин, мозолей, хочу предложить вот такие вот качественные рабочие нейлоновые перчатки. Сразу хочу заметить, что нейлоновые перчатки намного прочнее и долговечнее хлопчатых бумаги. Прослужит вам значительно дольше. Для РУГР таких перчаток очень комфортно. Ткань хорошо пропускает воздух, рукавник не потеет. Перчатки тонкие и легкие, на руке их почти не чувствуют. В них можно находиться длительное время, рука от них не устает. Для чувствительность руки намного выше, чем хлопчатобумажных перчаток. Ну, а для большего удобства рабочая часть перчатки имеет резиновое напыление в виде точек, которое обеспечит надежное сцепление руки с любым рабочим инструментом. Цена на перчатки также более чем доступна и составляет 5 пар 100 рублей. Кто заинтересовался, пожалуйста, рабочие перчатки 5 пар 100 рублей. Электроугли. Осторожно. Двери закрываются.